Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет интереснейший обзор. Интересен он тем, то, что у нас в наличии в магазине появились вот такие вот наутилусы в самом премиальном качестве. Супер клон, модель 1 в 1 с оригиналом. То есть здесь идет конкретно настоящий калибр швейцарских часов со всеми гравировками, надписями, как у оригинала. Калибр механизма идет, сейчас я вам скажу, 324, вот он здесь вот прописан. Будет у нас обзор с моделью, которая не такая дорогая, так скажем, с японским механизмом, но только в зеленом таком оливковом цвете. Синим сейчас не нашлось, закончились, раскупили вы все. Ну, первое, смотрим внешнее отличие. Не сильно большая разница. Единственное, тут окошко даты чуть пошире, побольше, тут чуть поменьше. Метки времени чуть-чуть отличаются. Тут бусинки жемчужины, именно минутные, они помельче, аккуратно сделаны. Тут более покрупнее. Более мелкая надпись Swiss на 6 часах. Ну, также видно сталь обработку. Тут более высокая легированная сталь используется, тугоплавкая. Она тяжелее поддается шлифовке, но потом шлифовка у нее просто нереально крутая. Тут волокна побольше, вот именно сатинирование. Потом по толщине. Тут сразу видно. Разница есть в размере, браслет по толщине тоже отличается. Такой вот у нас специальный штангель. Возьмем второе звено, толщина 4 миллиметра. Тут второе звено, это с пленкой, 3,3. Потом толщина самого корпуса у нас 8,6. Тут с немалым 11,1. Такие вот характеристики, показатели мы имеем. Тут стоит японский механизм, частота колебаний 21600. Тут стоит настоящий швейцарский механизм, частота колебаний 28800. Крона здесь также завинчивается, вот так откручиваем. Тут она у нас не откручивается, не закручивается, то есть ходит свободно. Звук под завода. Сейчас я окно закрою. Звук под завода слушаем. Тут такой. Тут уже более приятный шелест. Дальше смотрим застежку. Вот так вот она приятно, аккуратно открывается. Застежка скрытная. Более подешевле модель, которая немного погрубее все сделано. Надпись вот эта выбита грубовастенько, так скажем. Здесь аккуратно она выбита. Так, сейчас крону закручим, закрутим. Ну, смотрите, как на руке они смотрятся. Идеально вообще на кисть ложатся. Четко все. Приятно, красиво. И наши подешевле братцы. Тоже вид имеют, но, блин, не то, так скажем.
Если есть финансы, финансы позволяют, не поют романсы финансы, то я бы сделал бы выбор сразу в пользу вот этих вот дорогих вот швейцарских. Так что, кому интересно, обращайтесь. Пока что есть в наличии. Также у них еще есть Суперлю. Сейчас мы их зарядим. Посмотрим. Такое вот свечение люма. Еще посмотрим их в последний раз. Вот эти вот ушки, видите, толщина разная уже. Тут у нас разница есть, даже вот как выполнено Patek Philippe, вот этот вот их герб компании. Разница есть, но если это просто какой-то любитель, то он не отличит, конечно. Если профессионал, то уже разница заметная. Рекомендую для заказа. Очень красивая модель. Цена около 70 тысяч рублей. Кому интересно, для заказа пишите. Их можно приобрести с фирменным пакетом, документация, шкатулка есть такая же, как в оригинале, travel box есть вот такой вот для транспортировки часов, еще там карточки, какие-то лычки ненужные. Ну, в общем, кому интересно, ждем, обращайтесь, пишите. Все, всего доброго, не болейте.